Следующей страной в списке обладателей электробусов на постсоветском пространстве является Литва. В стране есть два города с электробусами. Это Вильнюс и Клайпеда. В Вильнюсе электробусов всего 5, и они малого класса вместимости. Производителем является турецкая фирма Корсан, а модель электробуса Корсан Джест Электрик. Все они обслуживали 89-й маршрут, заменив собой автобусы малого класса. Электробусы Корсан Джест Электрик имеют 25 мест, из которых 9 сидячих, 2 откидных и 14 стоячих. Есть накопительная низкопольная площадка. Зарядка у электробусов ночная, а отопление полностью электрическое. Запас хода может составлять от 105 до 290 км, в зависимости от количества блоков аккумуляторных батарей. К сожалению, мне так и не удалось узнать комплектацию этой модели для Вильнюса. Зарядка у данной техники осуществляется с помощью зарядной станции пистолетного типа. От часа до двух, опять же в зависимости от количества блоков батарей. Электробусы начали работу в Вильнюсе с 2019 года. Вторым городом с электробусами в Литве является Клайпеда. И в нем есть два электробуса. Интересно, что все они местного производства, а модель называется Dance, то есть танцор. Сами электробусы собирали с использованием элементов от старых троллейбусов Шкода 14ТР, работавших в Вильнюсе. Интересно и то, что некоторые детали кузова данных электробусов созданы из вторсырья, а точнее из переработанных пластиковых бутылок. Зарядка у электробусов ультрабыстрая и осуществляется через зарядную станцию, которая оборудована пантографом. Отопление у электробусов полностью электрическое. Сначала электробусы проходили испытания на маршруте номер 1, но теперь они обслуживают маршрут номер 8. Бортовыми накопителями для этих электробусов служат аккумуляторные батареи. Запас хода составляет 90 км, но с учетом фактического пробега в 22 км от начальной до конечной точки и обратно, зарядка производится всего лишь за 10 минут. Интересными особенностями у данных электробусов является также отсутствие зеркал заднего вида, поскольку вместо них присутствуют камеры. И самым необычным является то, что на задней маске электробусов расположен экран, по которому транслируется видео с камер, установленных на лобовой маске. Причем это делается в режиме онлайн. То есть любой водитель, едущего сзади автомобиля, может посмотреть как бы сквозь электробус. Электробусы в Клайпеде начали работать с 2019 года, однако на регулярной основе они обслуживают маршрут номер 8 только с 2020 года. А на этом все. Спасибо за внимание.